Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Տաղավարում Գյումրին կալել եմ Ազատություն ռադիոկայանի մեկնաբան Վադիմ Դուբնովին, որի հետ այս անգամ զրուցելու եմ արդեն մեկ տաղավարում։ Господин Дубнов, огромное вам спасибо, что нашли время, огромное спасибо, что это драгоценное время отдаете сейчас нам. Много чего происходит в мире. И в армянском обществе эксперты тоже говорили о том, что новая война, палестино-израильская война, может отвлечь от армянских проблем, в том числе международное сообщество, потому что отвлекается международное сообщество и от Украины, по большому счету, отвлекается и от наших проблем. Наши считали, что есть очень много достижений в дипломатическом плане, но вот все, что происходит в Израиле, уже берет это драгоценное время от Запада к Израилю. Как вы думаете, как могут, значит, процессы продолжаться и как это может повлиять на Южный Кавказ, если вообще повлияет? Ну, я не очень верю в закон сохранения и в лимиты внимания, что если где-то прибавится внимание, где-то убавится и так далее. Нет, это, в общем, как бы достаточно безразмерный ресурс, которого хватает на всех или не хватает одинаково на всех. А просто сейчас война на Ближнем Востоке действительно всех привлекла, и она действительно по своему масштабу и возможным дальнейшим последствиям действительно мир интересует гораздо сильнее. Вот уж там действительно, может быть, окажется гораздо масштабнее. Но я не думаю, что вот как бы вот такие простые обобщения, да, на Южный Кавказ достаточно корректны, потому что, ну, вот мы можем судить, говорить о каких-то конкретных игроках, да, там, к примеру, о поведении Ирана. Что Иран, как Иран сыграет в ближневосточной игре, так, чтобы это отразилось на Южном Кавказе. Я не беру сейчас это судить. Это очень... Во-первых, я не специалист по Ирану и по Ближнему Востоку, а во-вторых, есть ли специалисты ровно в той степени, в которой я понимаю многослойность этой проблемы. И огромное количество возможных развилок, которые могут повлиять. И в этом смысле, да, конечно, это каким-то образом отразится на урегулирование, но здесь мы должны говорить очень конкретно и не позволяя себе отвлекаться на какие-то эмоциональные обобщения. Потому что, да, вот что Иран выиграет или проиграет на Ближнем Востоке и как-то отразится на его действиях на Южном Кавказе, на его отношениях с Турцией. Очень много развилок, очень много вариативностей для того, чтобы точно сказать, как это отразится. Но отразится. Можно ли считать Запад международным сообществом вообще? В чем-то да, в чем-то нет, потому что, ну, скажем, если мы сейчас используем какое-то пафосное слово «ценности», да, то да, Запад все-таки, как бы мы не позволяли себе ехидничать на эту тему, все-таки он исходит из какой-то ценностной картины мира во многом. Вот. Но когда мы говорим о тактических интересах, то, конечно, не совсем это так, потому что международное сообщество шире, международное сообщество пестрее, и именно в силу различных мотиваций мы не можем говорить о даже каких-то серьезных блоках внутри, даже Евросоюз, где тоже есть свои противоречия. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, значит, во время процесса, который шел по направлению Нагорного Карабаха, азербайджанская сторона, то вылетала в Вашингтон и в Брюссель, значит, на всякие беседы и встречи с Николом Пашиняном, Шарлем, Мишелем, Шольцем и Макроном. А вот после всего того, что произошло в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев решил, что в Гранаду лететь в принципе не надо. И для этого можно найти причину в Турции, сказать, что вот у турков не пускайте на переговоры, вот и мы не едем. И сейчас он летит уже в Бишкек, уже из Бишкека говорит, что вот Никол Пашинян в Гранаду полетел обсуждать важные вопросы, а вот в Бишкек не полетел. И получается так, что мы будем с Владимиром Владимировичем обсуждать Нагорный Карабах вдвоем. Это получается, что Армении вообще в этом вопросе просто больше нет. Нет, они, конечно, предпочли бы обсуждать не Нагорный Карабах, а ряд других тем и в трехстороннем формате. Я имею в виду, что прежде всего, после того, как решен фактически вопрос Карабаха, сейчас на повестке дня вопрос коммуникации, да, в точке входа в Зангирузский коридор. Вот, и совершенно понятно, что Никол Пашиняну не хочется это обсуждать в трехстороннем формате.
Потому что, мне кажется, сейчас после Карабаха прояснилась картина возможного будущего давления на Армению, вот и возможного будущей интриги, которая, как мне кажется, гораздо опаснее и рискованнее в силу того, что она непредсказуема. Потому что там, как ни цинично говорить, после 2020 года было понятно, чем все кончится. И то, что люди делали, и что это непонятно, это пусть остается на их совести, мне кажется, и это, в общем, во многом их проблема, во многом их, будем говорить, прямо вина. Вот, сейчас уже начинается реальная политика, большая политика. Собственно говоря, то, что для Москвы было задачей номер один, а для Азербайджана задачей номер два. И к ним примыкает, соответственно, Турция и в какой-то степени Иран. Вот, собственно говоря, вот сейчас все эти страны будут вовлечены в ту интригу, которая, ради которой Москва все это начинала, с моей точки зрения. А вот, и я думаю, что ровно этим объясняется отказ понимания Пашиняна бессмысленности поездки в Бишкек, потому что он просто ушел от обсуждения в трехстороннем формате того, что ему обсуждать абсолютно там невыгодно. Вот, любой другой, 3 плюс 3, там, любая другая бессмыслица. Но чем сейчас бессмысленнее разговор, тем это выгоднее для Еревана, потому что сейчас на это давление, мне кажется, смотреть нечем. И вот в этом очень большая опасность. В чем заинтересованность вообще Запада, скажем, Евросоюза, отдельно взятой Франции, отдельно взятых Соединенных Штатов Америки, в сохранении суверенитета Республики Армении? Ну, в общем, как бы из ценностных соображений, во-первых. Ага. Нет, не только, но из картины стабильного мира. Все-таки Запад исходит из картины, из стабильной картины мира, в которой суверенитет всего и вся является основой всего. Вот, собственно говоря, если бы это было не так, то мы бы видели другое развитие событий в разных ситуациях, в том числе и карабахской. Вот. Нет, Запад все-таки исходит из представления о государстве и его целостности в том виде, в каком это сложилось еще 200 лет назад. Вот. И, собственно говоря, здесь, конечно же, крушение хоть в какой-то степени этого и нигде не будет, да, а, собственно говоря, на поступках Европе, это было бы достаточно травматично. Я не думаю, что Запад ляжет косьми за сохранение этого суверенитета. Но с точки зрения каких-то базовых положений, представлений о мире, для Запада это важно. Это Запад в целом. Вот. Но дальше начинаются игры конкретных участников. Для Франции это, мне кажется, часть ее европейской игры просто, которая, в общем, не имеет прямого отношения к Армении, к Южному Кавказу. Это, в общем, ее игра на европейском поле. У всех других, у каждого своя игра, но это все никоим образом не противоречит и не входит в какой-то конфликт с устремлениями прямой конфликт с устремлениями России или Азербайджана. И в этом смысле я думаю, что возможности координации усилий по действиям всех участников этого дела, в общем, еще остаются. Север-юг. Говорится, очень много обсуждается в Армении, что то активное внедрение Франции в дела на Южном Кавказе, в том числе с Ираном, говорит о том, что у Франции есть в том числе и энергетические интересы, связанные с Ираном. Потому что есть энергетические конкретные интересы, связанные с Азербайджаном. Как раз хотел сказать, да. Total Energy и руководитель этой компании, не государственной, кстати, но одной из самых крупных в мире, абсолютно недавно был в Баку и обсуждал с Ильхам Малиевым тет-а-тет очень важные вопросы, связанные с энергетикой. А через Армению, говорят некоторые эксперты в Армении, дело уже ведется с Ираном. Потому что Армения в этом случае станет, скажем так, запасным путем для этой энергетики через Грузию, через Черное море в Европу. Может ли эта конфигурация быть рабочей, или тут уже есть, скажем так, интересы совместные России, Турции, Азербайджана, которые иранская нефть и газ в Европе не нужны в любом случае? Гладко было на бумаге до минувшей субботы, как мы знаем, да? Вот, после субботы все, весь этот домик карточный весьма сложился прискорбным образом.
Как он дальше будет складываться, непонятно. Вот. Но эти построения, как раз вот то, что вы рассказали, они, мне кажется, часть вот всего того концерта, который здесь намечался очень давно. И вот именно это и дает мне основание предполагать, что именно здесь координация Запада и России более чем возможна, и, собственно говоря, она и идет. Вот. На разных этапах. Потому что, ну, вы сказали про Францию, которая имеет свои энергетические интересы. А в Иране, ну, в общем, никогда, это та же самая история про американцев, которые имеют в Иране те же самые свои интересы и прекрасно там работают. А вот, и европейцы там работают в интересах американцев тех же самых. Поэтому это достаточно запутанно все. А вот и здесь как бы все упрощать вот так, что есть российские интересы, есть западные интересы, о них их конфликты, верить на слово Марии Захаровой или господину Боррелю. Думаю, не стоит. Я думаю, что здесь идет действительно игра, в которой, как мне кажется, как это не обидно звучит для Армении, ее количество козырей значительно меньше, чем количество козырей у Азербайджана, Турции и даже Ирана в данном случае. Что, в общем, как вообще вопрос урегулирован? Уровень ее субъектности в последнее время, конечно же, понизился. А все эти... Очень теплые отношения Запада с Западом, Армении с Западом, как-либо могут стать началом чего-то, потому что очень часто, в том числе и российская сторона говорит, вот армяне решили идти на Запад, доброго вам пути, но вы должны считаться с тем, что все те, которые идут на Запад, что-то оставляют большой империи России. Ну, если совсем просто говорить, я боюсь, что это просто показатель выступления. Вот, я думаю, что уход на Запад – это нечто гораздо большее, системное и серьезное, чем вербальное проявление и реактивные обиды. Вот как-то не обидно звучит и не цинично звучит. Вот, уход на Запад – это системная реформа в стране. Это подготовка каких-то новых, не знаю, внешнеполитических инфраструктур, я бы сказал так. Да? Ничего подобного, мне кажется, в Армении не наблюдается. В Армении мы видим, причем не думаю, что повсеместное, желание отомстить России за то, что в Армении считают предательством, я как раз не считаю. Это как бы как раз очень много вопросов, но эти вопросы, ответы на эти вопросы не являются словом предательства, там другие слова, ничуть не более комплементарные, вот, но другие. Вот, и я думаю, что в этом плане это просто сейчас некая реакция на реакция общественности, части общественности Армении на то, что произошло в Карабахе, вот, и реакция власти на реакцию общественности, чем армянская власть, ну, в общем, достаточно поднаторела. Как дальше, по-вашему, будут развиваться события? Потому что в Армении очень часто говорится и о том, что Российская Федерация, по сути дела, просто выходит из Южного Кавказа. Нет, Российская Федерация совершенно никуда не уходит. Российская Федерация, на мой взгляд, допустила пока по-серьезному только один серьезный промах, который был связан с довольно грамотной операцией Азербайджана по установке КПП в Лачине и последующим как бы приглашением учредить такое же КПП Армении, ну, условно говоря, в Техеле, в Карнедзоре, да, что несколько вывело из себя Москву, которая к такому повороту была не совсем готова, и что сделала Москву, собственно говоря, вынужденным монополистом решения проблемы точки входа в Зангезурский коридор. То есть она должна, знаете ли, с Арменией делать в одиночку. Вот. А Азербайджан и Турция могут там с любопытством, с благосклонностью наблюдать за усилиями России и отвечать или не отвечать на ее просьбы. Вот. И подобное развитие событий, в общем, таит в себе довольно большие риски, на мой взгляд, потому что я не вижу какой-то стратегии ответа на все это у армянской власти. Возможно, есть риск того, что она может сыграть в том же стиле запоздалого ответа, скажем так, который мы наблюдали в 44-дневной войне, который мы наблюдали в однодневной войне. Вот. И, в общем, пока я не вижу никаких признаков того, что есть какие-то альтернативные варианты и ходы в дальнейшем давления. А давление будет очень серьезным. Потому что, собственно говоря, теперь Москва, решая свои проблемы этой точки входа, может пригласить Азербайджан для помощи какой-то. Азербайджан, в общем, совершенно нетрудно будет организовать, ну, что-то... бросок, скажем так. Ну, я бы назвал это там чем-то от Паруха до Джермука, да. Не захват от Джермука, да, а масштаб эскалации.
Вот я не думаю, что Азербайджан пойдет пробивать коридор силы. Ему совершенно не нужно. Это не будет популярно в Азербайджане, кстати. Вот. А вот что-то вот такое вот эскалирующее, что-то еще рискованное на границах с Арменией, которое не делимитировано, и об этом будет сейчас напоминаться Армении на каждом саммите и между саммитами каждую неделю. А вот, и еще раз говорю, это очень большой риск, и есть еще анклавы, о которых мы сегодня так активно начали слышать. И Азербайджан, в общем, не скрывал, что анклавы ему не очень-то нужны как анклавы, а они его интересуют как инструмент давления. Но очень эффективный, может быть, гораздо более эффективный, чем все остальные. Потому что если анклавы не так нужны Азербайджану, как они потери их фатально опасны для Армении. Вот. И на этом Азербайджан может играть с помощью России. В этом смысле давление, я думаю, будет нарастать. И риски именно в том, что я пока не очень вижу готовности отвечать Армении, кроме ее активности, показной активности на Западе. Ну, честно говоря, я просто сейчас не понимаю, этот так называемый коридор вообще больше кому нужен, Азербайджану или России? Прежде всего, России. Я думаю, что главный бенефициар России, потому что коридор как часть большого коммуникационного хаба, который может здесь возникнуть. И мне всегда казалось, что некоторым упрощением представление о том, что Москве нужен карабахский конфликт для того, чтобы контролировать Баку и Ереван. А я думаю, что ни Баку, ни Ереван ее как таковые не интересуют, тем более, что контролировать их невозможно, особенно Баку, а гораздо выгоднее и рациональнее контролировать именно этот хаб. Вот, что, в общем, ничего обоснованности, чего нельзя не признать. Вот, и ради этого, я думаю, что Москва ведет всю эту игру. Мне кажется, что она надеялась сыграть эту игру окончательно до ухода Карабаха. Вот, но в этом плане ее Азербайджан некоторым образом переиграл. Не фатально, просто Москва сейчас перегруппировывает силы и меняет тактику. Что произойдет после всего этого, что произошло в Нагорном Карабахе? Будут ли пытаться российские и азербайджанские стороны вернуть часть армянского населения для фона, скажем так, для фасада, для того, чтобы сохранить и миротворческий контингент, и, скажем, для Ильхама Алиева показать миру, что армяне там живут мирно, спокойно и без проблем? Я думаю, здесь есть две плоскости. Да? Одна тактическая, сиюминутная, то, о чем вы сказали. Ее действительно и Москва, и Баку хотели бы решить. Но я думаю, что Баку, в общем, из каких-то, ну, из каких-то более общих соображений хотел бы все-таки иметь какое-то количество армян у себя на территории. Из желания выглядеть, ну, все-таки цивилизованным государством. Вот. И я думаю, что и желание не рисковать, да, вот, потому что обвинение в этнической чистке, в общем, то есть как бы мы это ни называли, все равно это для Азербайджана, в общем, история, мягко говоря, некрасивая. Вот, и ему хотелось бы от нее избавиться, и это может быть даже связано не только с текущими задачами, не только с миротворцами договоренностью с Москвой. В общем, это, думаю, как некий элемент мозаики его отношений с миром, с Западом, который он, конечно же, будет выстраивать в ближайшее время. Я думаю, что мы скоро будем наблюдать вот это. Слишком сильно Баку сблизился с Москвой в этой ситуации. И эти качели традиционные для Баку, он обычно обуздывает и возвращает этот маятник в некое срединное положение. Я думаю, это скоро начнется. Можно ли верить в мирный договор до конца года, как это очень хотят в Анкаре, в Баку и в Москве уже вроде бы как тоже хотят, но только по-своему? Не думаю. Я, честно говоря, не вижу серьезной заинтересованности какой бы то ни было из сторон в мирном договоре. Каждая, если не считать, кроме Армении. Нет, Армения этот мирный договор мог бы интересовать как некая гарантия безопасности, но поскольку таковой гарантией он не станет, скорее всего, а на самом деле будет содержать в себе определенные риски, возможно, то и Армения, в общем, тоже я не вижу в ней какого-то бенефициара или особого стремления в Армении к этому заключить. Поэтому, собственно говоря, все, кроме Армении, какой-то своей промежуточной цели достигли. Кто-то вернул Карабах, кто-то вышел на исходные позиции для новой комбинации, новой интриги. А вот, поэтому, в общем, вполне себе можно жить без мирного договора. И в самом конце, что вы думаете, может ли произойти демаркация и делимитация с дальнейшими, значит, процессами, или это тоже, в принципе, Азербайджану не нужно, скажем, признавать территорию Армении
29-800 километров квадратных, как об этом говорит Никол Пашинян каждый божий день? Я думаю, развилки. Думаю, здесь будут развилки, потому что как пойдет. Потому что если Армения будет более или менее... Если наладится какой-то конструктивный диалог, угу, скажем так, да, с Арменией, конструктивный во всех смыслах, со всех точек зрения, тогда, в общем, надобности тянуть с делимитацией и держать делимитацию, как дамоклов меч над Арменией, в общем-то, ну, или отпадет, или надобность снизится. А вот если же с Арменией все будет сложно в этих переговорах, то делимитация превратится в такой же рычаг давления, как, например, анклав. Короче говоря, ничего позитивного в этот конкретный момент в процессе вы не наблюдаете. Да, вот сейчас 21:45, ничего хорошего. Точно нет. Боюсь, что порадовать. Вот в этом смысле порадовать нечем. Надо искать радости, поводы для радости в чем-то другом. Господин Дубнов, огромное вам спасибо вам за уделенное время. Мэр Рустади Тогнарин, хищественный вортагаварум Джуран Калелей, Азатусун, радиокаяни Мекнабан, Вадим Дубновин.